Перу нашли новое ритуальное захоронение детей. В Перу обнаружили второе крупное захоронение принесенных в жертву детей. Останков более чем сотни детей были найдены при раскопках в регионе Ла-Либертад. Новое массовое захоронение детей, принесенных в жертву, найдено на севере Перу, сообщает ЭФ. Речь идет об останках более чем сотни детей, обнаруженных при раскопках в районе Пампас-Ла-Крус в регионе Ла-Либертад. Помимо 140 детских останков, найденных в зоне Уанчикита несколько месяцев назад, в этом новом раскопе в Пампас-Ла-Крус мы обнаружили пока еще в общей сложности 111 принесенных в жертву детей, сказал археолог Ферин Кастилья. Раскопки продолжаются, археологи считают, что общее число останков превысит найденное в Уанчикита. Жертвы были принесены в доколумба во времена в эпоху древней культуры чему, скорее всего, они были вызваны неким климатическим явлением, которое принесло с собой дожди. Археологи считают, что массовым убийством детей лам, также найденных при раскопках, местные жители пытались упросить богов остановить ливни, которые мешали промыслу рыбы в океане. Ученые нашли в Мексике уникальное захоронение. Напомним, археологи обнаружили в северной части Перу массовое захоронение детей, которые, вероятно, были принесены в жертву примерно 550 лет назад. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.